Павел Николаевич Грудинин был приглашен, и мы поставили его в известность, что по двум счетам в Австрии, по двум счетам в Швейцарии у нас нет документов, подтверждающих, что они закрыты. Как вы понимаете, это нарушает закон о выборах президента Российской Федерации и закон о валютном регулировании. Павел Николаевич обещал это принести в тот же день. Они лежали, как он говорит, в машине, подтверждающие документы. Сегодня понедельник, подтверждающих документов о закрытии этих счетов мы пока не имеем. Павел Грудинин сегодня прокомментировал эту ситуацию следующим образом. Господину Булаеву было объяснено, что в соответствии с законодательством Российской Федерации уведомление должно поступать в течение 30 дней в налоговую инспекцию с момента закрытия счета. Но, к сожалению, мы получили документы только 1 февраля, причем на иностранном языке. И он мне дает такую бумажку, где написано, что два счета не закрыты, а мы уже точно знаем, что они закрыты. Поэтому в пятницу, после того, как мы получили уведомление, мы передали в электронном виде документы в налоговую инспекцию, как положено по закону.